Здравствуйте, уважаемые зрители! Добро пожаловать на мой канал «Загородная жизнь с нуля». Сегодня хочу показать вам свои томаты. Сегодня 25 марта, как они у меня растут, развиваются. И еще хотела показать, что я придумала с томатами в этом сезоне. Основную партию томатов я сеяла 13 марта. Потом я какие-то сорта, парочку подсеивала 14 марта. И те, которые у меня не взошли, я их досеивала. Значит, сейчас я все по порядку вам покажу. Сегодня 25 марта, вот это 13 марта. Здесь у меня сосулька взошла, томат 2. Видите, как попали эти два семечка, не могу понять. Ладно бы там слиплись, но смотрите, в разных местах. Здесь уже у этого томата свои листочки начали появляться так быстро. Черная сосулька, это такие они небольшие будут, темные. Хотели как раз попробовать. Я так понимаю, что это тоже томат. Все, которые я вам покажу сегодня, такие сдвоенные. Мне нужно их пересадить отдельно, пока они маленькие, пока там корешочки не сплелись. Вот. Это пламенный. Какие-то больше. Вот этот, например, смотрите, небольшой, но у него уже свои листочки пошли. Вот и этот томат тоже листочки. Вот сосулька еще одна. Получается, у меня 3, что ли, будет черные сосульки. Здесь, видите, вот это точно очень похоже на то, что семечки слиплись, да? Прям настолько близко. Нужно мне аккуратненько их разъединить. И это малиновый звон, который я уже подсеивала, гибрид, на следующий день, 14 марта. То есть вот эти стаканчики. Вот этот какой-то маленький у меня, амурский тигр розовый. Крошечка такая, тоже 13-го, видите, такой небольшой. В этом лотке тоже, смотрите, какие уже алтайский оранжевый. Вот такие листочки. Медовый, 14 числа на следующий день. Все, пошли уже свои листочки. Такие вот сорта. Жаркие угли. Этот на солнышко сейчас смотрел. Черный принц, вот 13-го. Вот этот небольшой тоже. Амурский тигр розовый. Смотрите, амурский тигр розовый. Они одинаковые, вот они отстают. Видите, два семечка. Они оба взошли, но они такие, в сравнении с другими, они тут такие маленькие. Буду за ними наблюдать. И вот здесь вот еще томат бифштекс 13 марта. Тоже пошли свои листочки. Все растет хорошо. Стоят на подоконнике, вот в таких лоточках, пока маленькие, все замечательно. Дальше я подсеивала. Это тоже жаркие угли, у меня не сразу взошли они. Я подсеивала, возможно, здесь еще будет один росточек, потому что я подсеивала туда, где не взошло. Вот, взошло. И вот здесь еще черный принц. И вот эти, которые я, вот эти три... 4 сейчас еще покажу. Смотрите, я по 2 семечка подсеивала 21 марта. Сегодня 25. По 2. Значит, здесь пока один росточек. Это вот этот чесночный. Хоть один. Я один и хотела просто попробовать вот этот томат необычный, чесночный. Здесь я 2 подсеяла. Императрица, первый вариант, ничего не уродилось, не вышло. 13 марта подсеяла 2 семечка 21-го. Вот они. Буду сейчас заниматься ими. Вот полила. Подсыплю земельку. И вот эти тоже у меня 2 микада. Первый раз ничего не взошло 13 марта, 21-го. Вот они появились. И еще у меня один томат. Вот он у меня пленочкой в пакетике стоял в теплом месте. Но там тоже будет росток. Я вам сейчас покажу. Так вот не видно. Это гигант лимонный, который тоже не взошел 13 марта. 21-го я его подсеяла. Я вот так вот рассматривала. Смотрите, где корешочек. Он чуть вышел, совсем прям, как-то интересно, так совсем прям по стенке. Я его подсыпала. Вот, жду, когда, видите, уже какой корешок длинный. Так вот можно и наблюдать. Как только появится, скорее всего, завтра, он появился, но он какой-то такой был. В общем, я его белый. Я его подсыпала. Он так совсем. И сейчас его уберу обратно. А вот пока на 25 марта у меня такие результаты. Сейчас я где-то подсыплю, где-то порыхлю и вот эти разъединю. Получается, у меня здесь 2 и здесь 2.
Вот эти, где два маленькие, ну, наверное, тоже можно уже разъединить. Видите, не хотела такое количество, выбрасывать не буду. Оставлю. Что я придумала с томатами? Значит, хочу с вами поделиться. Я, конечно же, внимательно читала комментарии. И один комментарий как-то несколько дней назад, даже не вчера, не позавчера, как-то, знаете, он на меня подействовал. Я долго думала, вот все эти дни, и надумала. Почему-то я вчера вспомнила про этот комментарий. И зрительница мне написала, что «Юля, вы посеяли все томаты индетерминантные в теплице, у вас нет ничего на раннее потребление. Вам нужно...» Помните, я еще ответила, что низкорослые не хочу сеять в теплицу. В общем, что я решила? Вчера как-то, знаете, осенило, как говорится. Я решила, что я действительно попробую, так как в прошлом году у меня тоже они были все высокие, низкие у меня были на улице. А попробую в теплицу, в ноги, как говорится, к этим посеять низкие. И я сегодня решительно пошла в магазин, стала выбирать хороший выбор томатов. Ну, вот из того, что в ближайшем было садом. Не Леруа, а никакие обычные. И купила, хочу показать, какие сорта, которые я сегодня хочу посеять и поделиться с вами. То есть они все детерминантные, низкие. Они как раз-таки, я смотрела описание, чтобы они были прям совсем ранние. Вот, которые в июне уже написано будут плодоносить. И пока вот эти ждем, у нас уже будет урожай. И они короткие, низкие, они не будут мешать вот тем томатам. Вот смотрите, что я выбрала. Там, конечно, большой был выбор. Я выбирала, наверное, штук из 12. Там вот я по описанию читала, кучку набрала, потом думаю, ну, столько-то мне не надо. Я прям выбирала, вот что выбрала. Это сибирский сад. Писали в комментариях, что семена у сибирского сада хорошие. Вот я... У меня 4 пакетика разных. Я вот 2 из них сибирский сад. Называется томат ультраскороспелый. Вот этот томат, он был всего один пакетик. То есть люди тоже разбирали. Вот он один стоял. Я думаю, ну, наверное, хороший. И его я его купила. Цены я не помню. За 4 пакетика 130 рублей я отдала. Какие-то у меня, по-моему, 60 рублей, какие-то 30 рублей. В общем, в итоге получилось 130 рублей 4 пакетика, которые я сейчас покажу. Написано, что он супер ранний, не пасынкуется и подходит для открытого грунта. Для открытого, но я буду в тепличке. Здесь вот у сибирского сада, смотрите, как пакетики. Что пишут, главное? Я вот читала описание в магазине. Супер детерминантный сорт для выращивания в открытом грунте и временных укрытиях. Высота всего 40-50 сантиметров. И характерной особенностью является его скороспелость. От всходов до созревания первого плода проходит 70-75 дней. То есть, если я сегодня посею 25 марта, можно прибавить 70-75 дней и посчитать, когда я буду собирать свой урожай. Дальше написано, что плоды до 100 граммов, округлой формы, яркого цвета и подходит для консервации и салатиков. Я консервировать не буду, мне для свежего потребления. Растения не пасынкуются, не подвязываются, то есть они маленькие. Ну и все. Компактная корневая система. Выращивать можно на единице площади больше растений. То есть можно их как-то скучковать, побольше их, да, сделать. Вот. На квадратный метр, смотрите, можно 5 штук. 5 штук. Все. А, вот написано июль-август урожай. Формировки не требуют. Здесь их 20 штук. Новосибирский город. Так, и дата фасовки май 23 до 26 года. Значит, вот у меня сегодня будет такой ультра-скороспелый. Тоже от сибирского сада купила супер-черик, называется. Я так понимаю, что это черри. Компактный невысокий куст, сладкие томаты, вишенки. Ну, вот прям целиком подойдут для салатиков. Значит, с куста можно собрать до 2 килограммов. Здесь такой же пакетик. Вот, обратите внимание, схемка... На квадратный метр 4 штучки. До 26 года. Все то же самое. Очень ранний сорт написано. Томата черри. Создан сибирскими селекционерами специально для открытого грунта. Куст высотой 60-70 см. Будет крепкий, не требует подвязки. В общем, все замечательно. Вот такой сорт у меня будет. Это вот чтобы пораньше. Потом я выбрала гавриш. Вот такой томат. Называется Бонни ММ. Супер ранний урожайный салатный. 70 граммов помидорка будет, гавриш. Такие красные, красивые. Здесь 23-й год написана упаковка. Ноябрь 23-го до декабря 27-го.
Сеять в апреле. Я буду сегодня сеять, 25 марта. Ультраскороспелый, 80-85 дней. От сходов до плодоношения. Низкорослый. Представляете, вот все они такие хорошенькие. 40-50 сантиметров. Можно выращивать в открытом грунте. Растения штамбовые. Не требуют подвязки, посынкования. И вот они. Написано. Отдает весь урожай за 2 недели. Начало плодоношения, конец июня. То есть в июне я чуть раньше, чем апрель, посею. И, может быть, в середине июня уже у меня будет урожай витаминки. Да, еще выбрала вот такой желтый, так как все вот эти красные. Правда, был такой выбор, прям не знала, что выбрать. И то хотелось, и то. Это уже другая фирма, плазменные семена. Кто это производит? Это Санкт-Петербург наши, да. И называется томат янтарный. Желтенький, супер ультраскороспелый сорт, не требует посынкования, подходит для открытого грунта. Это сибирская селекция. Вот они такие будут небольшие, желтенькие. Так, ультраскороспелый написано, в открытом грунте, под пленками можно. Вегетация 94 дня. Куст штамбовый, низкий, 37-45 см. Посынкования, подвязки не требуют. Плоды незрелые зеленые. С пятном у плодоножки, а зрелые золотисто-желтые. Весят 40-60 граммов. Вкусовые качества написано отличные. Значит, рассада в конце марта, начале апреля. Написано замачивать. Я ничего замачивать не буду. В общем, вот такие у меня сегодня сорта. Поделилась с вами, на что я решилась. Надеюсь, что у меня все-таки действительно они не подведут меня. Они действительно будут раньше, чем те. Потому что если все это пойдет в одно время, это будет вообще кошмар. Такое количество томатов, которые я даже не рассчитывала в этом году сеять. Они у меня то по 2, то не взошли я 2, они опять, посмотрите. Я же такая прям не могу. Вот можно, знаете, вырвать один и выбросить. Вот не могу. Буду все выращивать. И вот эти. Надеюсь, что действительно они в июне меня порадуют. Вот эти сорта. Пишите, вы также будете на раннее потребление, как говорится, в ноги индетерминантным сажать вот эти низкорослые. Значит, я сейчас определилась, что я возьму по 2 семечка. Надеюсь, что взойдут они по 2. Ну, время будет, если что, пересеять, но лучше уж сразу. 8 штук я посею. Вот. По 2 семечка. Возьму сейчас вот такие стаканчики, 8 штук. И, как обычно, разложу, подпишу. Сейчас я сделаю все, покажу. У меня уже подготовлена стопочка стаканчиков. Это еще не все мои стаканчики. У них везде проделаны отверстия. Муж мне шуруповертом проделал отверстие. Этого достаточно. А то пишут недостаточно. Все нормально. Вот. И, значит, сейчас я буду наполнять. Подпишу сначала и буду наполнять. Подготовила я стаканчики. Каждый стаканчик подписала. Все как обычно. У меня бумажный скотч, вот этот маркер я тонкой стороной подписываю, и я здесь такую пометку сделала сверху, низкий, чтобы уж точно я это видела. И еще я так вот супер, сейчас я подпишу вот у одного томата, я, видите, еще высоту пишу, 37-45 на всякий случай, 40-50 вот здесь не написала. Вот здесь не написала 60-70, подпишу. Ну и все как обычно. Сейчас я наполню стаканчики, положу семена и вам покажу. Хотела показать, что у Гавриш, вот этот томат Бонни ММ, там вот такие семена. Их 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, что ли, да, получается? 9. Посмотрю, может быть, 10. Они уже, смотрите, обработанные. Ну, в общем, я вам уже показываю сейчас, что вот я так раскладываю. Чуть-чуть присыплю. И все. 11 штук. Вот если вы такие захотите купить, их тут в пакетике обработанных 11 штук. А у Супер Черик очень мелкие семена. Помидорки маленькие, вот такие семена. Это не все, в пакетике еще может быть штук 5. Там. Вот такое количество у сибирского сада. Вот у меня так получилось. Хочу еще раз показать и буду уже заканчивать видео. Значит, те, которые у меня уже были, я их, обратите внимание, их полила, подсыпала земельку. Тут они чуть больше, чуть меньше, они разные. Вот это тоже 3 стаканчика туда. На подоконник они у меня дальше переезжают, как и было. Вот эти я сегодня. Какой-то томат я посеяла, сейчас скажу, вот этот суперчерик я 3 посеяла. Все по 2 суперчерик, я посмотрела, они маленькие такие.
салатный, совсем такие, их три, ну, вдруг не вырастет. Вот такое у меня количество, вот это все мои томаты, сейчас я вам точно скажу количество какое. Значит, здесь 3 по 6 это 18, 19, 20, 21. 21 это точно, которые у меня взошли. Которые у меня были по 2, я их все, вы видите, рассадила. Вот у меня новые стаканчики, все я их отделила. 21 у меня уже взошли. И новых у меня получается 10. 31, ужас. Это просто ужас, какое количество. 31. Пишите, сколько у вас. Вот. Я надеюсь, что они у меня плодоносить будут не одновременно. Надеюсь, вот, что эти не подведут. Потому что вот эти 10, это ради того, чтобы только в начале лета уже были томаты, как здесь заявлено. Будем с вами следить за ростом, за развитием. Ну а на сегодня это все. Всего вам доброго, всего хорошего и до свидания.